Первое, я хочу сказать благодарность моему другу Артему за то, что он меня задолбал и заставил сюда приехать. Потому что мы сидели, я говорю, я нихера не хочу никаких 10 штук отстегивать. Я живу здесь долго, я работаю с американцами, с какого мне ехать и там... Он реально меня заставил, я не ехал. Он сказал, нет, ты едешь. Я сказал, нет, он сказал, нет, ты едешь. Реально до последнего. Офигенно, круто, я рад, что приехал. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Полищук. В Америке с 3-го года. Сюда приехал, когда мне было 13 лет. Я сам с Латвии. Огромная благодарность вашей семье, Гафаровой, да? Вообще классно очень вы все... классно вы вообще это все делаете, да? Понимаю, что все проблемы всегда в голове. И хочется... растянуть мозги, убрать вот эти блоки, которые мешают очень часто там развивать свой бизнес. Один из инсайтов, которым я хотел бы поделиться, сейчас он придет прямо вот сейчас. Ехал сюда с задачками, с одними вопросами. На эти вопросы даже никто толком не разговаривал, да, общались за другие темы. И как-то, почему-то, как бы этот мир, он начинает, или это вселенная, начинаешь получать ответы, хотя ты конкретно на эти ответы не разговариваешь. Поэтому много раз мы слышали тему, что нету модели, которая работает, все модели как бы ложные, но в каждой модели как бы есть определенные benefits, да, и мы берем эти benefits, начинаем вовлекать в свою культуру, в свою компанию и вообще, где мы находимся. Спасибо всем.